У нас уже заканчивается эфир, больше сегодня представлены не будут, когда в следующий раз неизвестно, дай бог лето. У нас остается последних 100 комплексов. Торопитесь сделать свою покупку. Давай еще раз напомним, у нас 10 масок. С какой периодичностью это полноценный курс плюс поддерживающая терапия. Дело в том, что первых 5 масок вам хватит для того, чтобы вы получили выраженный эффект, уже решили свои проблемы, а остальные 5 для закрепляющего эффекта. Посмотри, как она работает. Еще раз объясняю. Здесь у нас плотная бандажная ткань, которая хорошо прилегает. Ты демонстрировала, как она прекрасно растягивается. Здесь у нас специальная пропитка, 28 компонентов, на 5 из которых получен патент. Поэтому не забывайте снять косметику перед тем, как накладываете эту маску. Дальше здесь у нас, что еще? Здесь у нас гальванический ток, вы видите тоненькие ниточки, если чуть поближе камера покажет, увидите, которые работают над вашей мышцей платизма. Это тонкая мышца, которая начинается у нас от ребер и заканчивается на подбородке. Невозможно ее укрепить никакими упражнениями, за которые вы сейчас платите вашим тренерам, фитнес-билдингам деньги. Но у тебя замечательное упражнение, которое загревает прекрасно мышцы, делайте его тоже обязательно, если хотите дополнительный эффект. Здесь микротоки гальванические, не пишут. У меня маркер, показываю руками. Гальванические микротоки, которые работают над тоненькой мышцей платизмы, приводят ее в тонус, соответственно, уходит второй подбородок. Дальше. Также эти гальванические токи разгоняют у вас лимфу, она уходит в сторону лимфатических узлов и, соответственно, снимается отек, да, когда бывает, что уже птоз именно из-за отека гравитационного типа старения лица, когда у нас идет обвисание нижней трети. Здесь у нас Наталья, это не свойственно, конечно, но на ней показала. Я снимаю маску, еще раз смотрим результат. Посмотри, как она плотно прилегает к коже. Это как раз-таки работа пропитки. 28 компонентов сейчас работали над качеством кожи, чтобы она была более плотная. Вот я снимаю до конца маску, посмотри, какой красивый, остренький подбородок, как замечательно у нас ушел, сократился лишний вот лоскут кожи, да, который обычно образует у нас вторую складку, второй подбородок, да, обвисание и так далее. Здесь кожа тонкая, склонная к мелкой морщинке, склонная к обвисанию, да, очень сложно решить эту проблему вне кабинета косметолога. И посмотри, насколько она стала плотная, насколько она стала красивая, увлажненная. Я трогаю, она же прохладная, знаешь, то есть вот вы как клиент заметите сразу это... разницу в том, как вот она стала после именно работы пропитки. Вот этот угол молодости, почему сейчас за ним бегут к косметологу, да, почему сейчас пытаются его восстановить? Потому что вы себя в профиль иногда не видите. Вы не замечаете, что у вас уже есть какие-то провисания. Самое интересное, да. Знаешь, когда это замечаешь? Когда на смотришь фотографии, где тебя случайно щелкнули, что это кто? Бог, и ты это вроде, я? Господи, это да. У меня так висит подбородок? Боже, какой кошмар, надо срочно что-то делать. Сидячий образ жизни, мы постоянно в телефонах, мы постоянно в компьютере, мы постоянно. Если у вас есть маленькие дети, вы все время смотрите вниз, и, соответственно, лицо, конечно, у вас теряет свои линии, очертания. Благодаря гальваническому току у вас что работает? У вас работает мышца тоненькая, которую невозможно стимулировать на работу никаким другим образом. Разгоняется кровообращение, восстанавливается собственный коллаген и эластин кожи, а это очень важно, потому что это как раз-таки качество вашей кожи, это ее плотность, молодость, красота. Разглаживаются мелкие морщинки, уходят крупные морщинки, связанные с птозом ткани. Плотная ткань, которая хорошо прилегает, да, вот эта бандажная ткань, которую обычно используют при реставрации кожи после хирургических вмешательств, прекрасно, Нобелевская премия за эту ткань была разработана, прекрасно прилегает, помогает привести в тонус всю нижнюю треть лица. У нас заканчивается, к сожалению, эфир. Напомню, что вы получаете комплекс, и посмотрите, какой результат. Скажи, пожалуйста, а если, знаешь, бывает, что вот один вариант, это когда тонкая кожа, дряблая, бывает, когда плотная, и под тяжестью жирочка, который там скапливается, начинает провисать, тоже поможет? Здесь, конечно, не будут работать так эффективно ни одни кремы, ни одни сыворотки. Здесь можно либо в кабинете косметолога, хирурга это решать, либо как раз-таки бандажная ткань и гальванический эффект, который есть в этой маске, это именно то, что прописано для такого типа кожи, потому что средства, ну, косметика так не будет работать, не будет давать такого эффекта. Смотрите, вот марионетки, морщины марионетки возле губ, которые были как заметны, да, и как они ушли. Вот оно провисание, вот этой дряблой вот кожи. Вот как раз, да, ты говорила об этом. Да? Плотное лицо, достаточно плотная кожа, при этом уже есть сильный птоз, вот это как раз решается при помощи бандажной ткани, которая хорошенечко подтягивает лицо и выводит отеки из-под кожи. Да. И
вы представляете, какой-то результативная процедура. 10 масок, бесплатная доставка, скидка 62%, и цена не 13 199 рублей, а цена всего 4 999. Сегодня 1 марта, первый день весны, начните весну красиво. Получите подарок от телеканала Шоп-н-Шоу, серебряную подвеску. Кстати, количество подвесок ограничено, количество подарков маленькое, поэтому дозвоните сейчас. Кстати, у нас и маски уже на исходе, остается 50 комплектов. Торопитесь сделать свою покупку. Вы знаете, это запатентованная технология, это южнокорейская технология. Вообще, ученые Южной Кореи, они впереди планеты всей. Все звонки бесплатные. Кто хочет, пожалуйста, можно взять комплекс, где 5 масок. 2999 рублей. Здесь получается одна маска стоит 599 рублей. Но выбирая комплект, где 10 масок, то цена будет одной процедуры, будет одной маски 499 рублей. Плюс бесплатная доставка и подарок. Ну, я пользуюсь, как дважды делать, да? Давайте покажу быстро. Итак, делаем процедуру. Я приготовилась. Убирайте в холодильник маску, очень хорошо работает. Итак, собираюсь делать эту маску. Сначала разогреваю. Делаю, знаете, такие пощипывающие, вот такие вот прям движения, прилив крови. Далее поцелуй солнца. Научитесь это делать, ну, реально помогает и работает на раз больше ваша маска. Запрокинули голову. И делаем поцелуй солнца 5 раз вот в прямом положении. Тянем губы хорошо. Чуть поворот сделали, видите, как напряглось? 5 и сюда. Видите, как прям хорошенечко все напрягается. Далее мы из нашей упаковки, с нашей пленочки снимаем маску. Пленочку мы не выбрасываем, это очень важно, потому что мы потом берем маску на вторую процедуру. И дальше, я уже второй раз, если использую, хорошенько нанесла сыворотку, не жалеем для себя красивой. И вот так вот растягиваю запатентованный, помните, Нобелевская премия за эту ткань. И вот так, смотрите, на подбородочек, хоп. За одно ушко, за петельку повесила раз, здесь придержала, за вторую повесила два. Все, и вот таким вот образом используем 25-30 минут. Ну а дальше, после того, как если первый раз вы использовали, сняли эту маску и обратно убрали ее в упаковку. Я заклеиваю скотчем в холодильничек и до следующего раза. Вот так. 10 процедур мы превратили в 20. Ну разве можно так обращаться с такой ценной тканью, которая еще и с медью, с нитями меди в составе. И это процедура, которая сродни по воздействию микротокам, которые делают косметологи. Расскажи, как она устроена? Давай еще раз, да, расскажу поподробнее именно про пропитку, именно про строение этой маски. Дело в том, что сейчас на рынке огромное количество подобных историй, подобных предметов, да. Но чаще всего это просто тканевые маски. Здесь же у нас не только плотная ткань, которая работает, конечно же, сама по себе. Здесь у нас специальная пропитка, 28 компонентов, на 5 из которых выдан патент. И, соответственно, вот эта пропитка работает именно на качество кожи. Поэтому, посмотри, здесь у нас даже специальная защитная пленочка. Вы каждый раз, когда вскрываете маску, вы будете снимать эту защитную пленочку. И посмотрите, как она выглядит с обратной стороны. Вот такая блестящая, красивая маска. И вот эта пропитка здесь у нас уже после использования стала более матовая. Но все равно кожа забрала, да, в себя эту пропитку, но все равно она будет работать, продолжать именно благодаря тянущейся вот этой плотной ткани, которая она работает как упругая фитнес-резинка. Она очень упругая, ты сейчас чувствуешь, да, этот эффект подтяжки на лице. И здесь, посмотрите, я растяну посильнее. Вот эти белые ниточки, белые швы, да, которые вы здесь видите, это как раз-таки прошивка медными нитями, которые создают гальванический ток для работы, для подтяжки мышцы платизмы, которую мы сегодня демонстрировали несколько раз при помощи лампочки. Посмотри, как она работает в итоге на моделях. Здесь подтягивается очень явно. Во-первых, идет явный лифтинг-эффект всей нижней трети лица, то есть у нас формируется практически новый молодой подбородок, да, без птоза, без отеков, свойственных уже возрастной коже, когда не справляется организм самостоятельно. Да. Ну и гравитация. И гравитация, да, и образ жизни. Конечно, все это приводит к таким возрастным изменениям нижней трети лица именно. И, конечно, идет работа на качество кожи, она уплотняется, вырабатывается собственный коллаген, эластин, кожа подтягивается, как, знаешь, такой, я называю это фитнес-зал для вас.
вашего лица. При этом это совершенно спокойно, комфортно в домашних условиях. Да, и, кстати, это очень приятная процедура. И давайте еще раз напомним, что мы на разных женщинах разного возраста проверили действие именно гальванических масок. Посмотрите, вот прокомментируйте. Прямо в студии, да, смотри, мы снимали маски, демонстрировали вам эффект. У Натальи, посмотри, как прекрасно ушел второй подбородок, образовался красивый, четкий контур овал лица.